Dummy like a Hellcat. Всем привет, ребят! С вами, как всегда, ЛТА. Ну что, ребята, на долгожданное видео по Майданксу. И спустя пару недель, и я вот наконец-то решил запустить новое видео. Извиняюсь, конечно, ребята, из-за того, что у меня микрофон такой жужжикает, и просто пипец микрофон происходит ужасно, что... Я не знаю, что мне вам сказать. Я могу ответить о том, что я на следующем году я буду покупать новый микрофон, ребята, чтобы этот микрофон уже пошел к сраку. Этот микрофон уже в сраке пошел, и, короче, можно сказать, не пошел в сраку, а просто уже в сраке сидит. И поэтому ему уже надо, не знаю, либо продать, либо я фиг знаю, ребята. Ну что, ребята, хочу сказать о том, что хорошие новости, что сегодня я добился до этого. У меня 7920 кристаллов. Потому что... Зачем я... Почему я так добил до этого? Потому что я хочу сегодня купить комплект средний танк М1. Вот она, ребята, средний танк М1. И я готов, ребята, его покупать, так как я уже надоел играть на этом, будет таком красочке, например, на флоре, либо на праздниках. Хочу играть, наконец-то, на этом искре, ребята. Просто искра. Хочу на этом играть. Ну что, и поэтому, ребята, я готов покупать. Конечно, этот комплект стоит только 7900, это только скидочки 20% всегда. А эти пушечки все, корпусы 35. И поэтому, ребята, я хочу этот его купить. Этот искра стоит, наверное, искра стоит меньше, я так думаю, наверное. Сейчас проверю. Да, нет, он больше стоит, чем кедр. Этот красочка, он только с первого уровня, этот комплект мастера сержанта, ребята. И поэтому, ребята, я его буду покупать. Даже этот первый уровень джиджитал, а этот краска штаб-сержанта, ребята. Но я сегодня покупаю средний танк М1, ребята. Ну что, ребята, я не буду уже тянуть время, и я буду покупать его, этот комплект. Ну что, ребята, на счет 3, на 3 я нажму «Да». Раз, два, три. Все, ребята, я купил наконец этот комплект. Ура, ребята, я купил комплект наконец-то. Осталось у меня 20 кристаллов, но это фигня, ребята, потому что зато я его купил. Зато я его купил. Даже, ребята, у меня прибавились на арки 20 по 20 каждого. И это круто. Просто это круто, ребята. Я наконец-то купил этот комплект. Просто наконец-то. И я с помощью этой заданки, я еще набью плюс 5к. И я буду потихоньку собирать, может быть, на кетре, если успею это сержант-майора добить. Хотя я и так успею. То, ребята, я куплю наконец-то еще этот кетр. Потому что люди иногда играют на этом чертовском громе. А кетр есть 32% от грома. А все эти две защиты, Зида там забыл, у них по 5%, ребята. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы игрок мог выжить против громадства. Вот, наконец-то, ребята, будем. Кстати, ребята, к нам недавно зашел этот ютубер, пан Танков, он когда я снимал, это сон. То, что вы видите экране, страшный сон, это сон тот самый, вот то, что его убили. Это сон, по которому он снимает сейчас пока что по Майданксу. Может, играет, либо он сейчас стримит. Я точно, ребята, не знаю, потому что я не увидел его уведомления, к сожалению. И поэтому, ребята, я вот буду нарить только на голде, ребята. Кто купил этот комплект, и вам, ребята, я вам, ребята, что я хотела сказать, рекомендую нарить только на голде, потому что на... Ой, то есть не голде, а, блин, на рубине, боже. Я вам рекомендую на рубине нарить, потому что если вы будете на голде нарить и тратить это, то у вас останется мало нары. И вдруг вам еще, а вдруг у вас выпадет рубин, либо что, а у вас нету нары. И поэтому это плохо. И вам, я вам рекомендую нарить только на рубине, чтобы было это легко. Конечно, ребята, я забыл посмотреть еще, что если кроме рикошета 33%, но там есть твинца и жиги. Но... Тут нету никаких твинцов и жики, но хотя, ребята, вам одно скажу, что хотя бы есть
вот начали тут теперь на этом чертовском смоке или на фрезе, можно сказать, можно громе. Но, ребята, я вам одно скажу, здесь нету защиты от громов. Тут нету защиты от громов. Тут есть только от смоки. Тут кто-то играет на флоре, а кто играет на других, ребята. И поэтому, ребята, я сейчас умру сначала, а потом я включу один раз нары, чтобы просто протестить. Можно протестить этот, один раз взять, залезть наверх и включить нару, чтобы просто протестить, ребята. Ну что, поехали нарить и убиваем первых игроков, ну, вторых убиваем. Сейчас я тут просто не попал случайно, не случайно промазал. Ладно. Тут у рикошета есть защита от меня, то есть у меня защита от рикошета 33%, так. Блин, ребят, смотрите, огромный хорош нагибает, смотрите. Я вам, ребята, покупаю, я вам, ребята, я вам этот, рекомендую купить этот комплект, потому что комплект ему просто имба, вы все на изи попадаете игрока. Извиняюсь за матами, это я умер. Ну ладно, еще раз занарю, так как я только там рад, что я купил наконец-то этот комплект, и хочу протестить на громе викинга, просто имбашить. Давайте убьем этого, блин, проблема, что и фриз сейчас меня убьет, а нет, я убью его. Хотя это какой-то чел, наверное, убил. Не, ребят, просто посмотрите на изи. Он вас... Он, вы просто, если вы хотите взять турбин, вы просто всех сливаете на изи, и все. Это, кстати, ребята, если что, я один раз еще занарил, и все. И я уже дальше не буду нарить, так как я не собираюсь тратить, и, так как я вам говорил только что, что если вы потратите, то... А вдруг у вас рубин будет падать. Вы умрете. Прям будут вас убивать прямо под рубином. А если хотите, чтобы вы взяли рубин, то оставьте нары. Вот, видите, ребят, тут, конечно, меня сейчас убьют. Ой, чел, ну ты зараза. О, болт, ребята, у нас золотой ящичек. Блин, я не знаю, нара останется или нет, я точно не знаю. Давайте этого убьем игрока. Да ты думаешь, что ты меня убьешь, да ты, как бы, можно сказать, нубик. Потому что... Давайте я умру, потому что у меня мало хп, я готов умирать. Просто на голде, ну, не то, что на голде, просто. Мы сейчас, ребята, протестим на голде, как, может быть, я возьму голд или нет. Но я просто буду так ловить. Я не буду уже нарить, но я буду ловить. Меня тут кто-то сейчас будут убивать, 100%. Сейчас этот смоки убьет. А вот, смотрите, меня этот рикошет какой-то сливает. Да, меня убил. Я мог бы нарить, ребята, но я не буду нарить, потому что сейчас люди, кто будет нарить, и все. И поэтому я вам рекомендую лучше оставить нары. И все, ребята. А вот, а теперь, ребята, вот видите, вы всех оттуда стреляете на нары. Короче, один раз, если хотите занарить, то вы тут реально 100% наберете всех кучу киллов. И можно брать эрбиз, ой, то есть эрбиз, блин, который я тут помню про свою красочку, который покупал перед, случайно перед этот, скидочек, где танкисты. Вот видите, ребят, вот топа гром просто башит всех. Я вот следующий буду покупать этот комплект Йохи Танк 3, потому что я не хочу. Я вот сейчас, потому что я хочу сейчас купить кедр и все. И прям дорога к легкий танк М3 буду собирать до 37к. Я вот хочу купить этот до моего. Я вам про моего каникула скажу. У меня каникулы прям до 18 января, 17 можно сказать. Ну да, 18 я вам скажу. И, ребята, я буду этот, я постараюсь добить до этого комплекта, если я после того, как куплю этот кедр. Потому что кедр меня будет защищать против громов. Из-за того, вот видите, тут все эти, кто на громе, кто руки на фрезе, смоке, можно сказать. Но лучше берите кедр. Против грома 32%, вам еще раз говорю. Потому что, ну, 32%, ну, ребята, нормальненько. Нормально, ребят. А то... Вы понимаете, ну тут кто-то уже тут мне пишут матами, уже кто-то оскорбляет. Не то, что оскорбляет, но ко мне говорят ненормально. Но я не буду уже про это говорить. Поэтому, ребята, просто комплект имба. На смоке Хорнете я не знаю, ребят. Можете, пускай, можете, смотрите ролика Черепа, там, про комплекты, сами смотрите. Я тут вот себе взял комплект в виде Гром М1, так как он имбашит все, то, что вы сейчас видите. И все. Понимаете, я не буду.
буду брать комплекты, которые тупые комплекты есть, против есть еще защита, у кого есть. И все, я беру защиту, беру этот комплект, и все. Я ребята, почему буду брать этот комплект Лёгкий танк М3, потому что у Хорнета рельса есть хвоя. Поэтому может оно защищать от вас. Если там есть смоки 48%, 48%, вдруг вот там люди будут играть кто-то на этом чертовском смоке, а у вас есть защита против смока. Вот вы выжите или нет? Конечно, выжите. Можно взять еще саванну, ребята, против смока, но я вам рекомендую лучше возьмите хвою, еще М3 у вас там будет. Понимаете? Легкий так М3 неплохой, но самый топовый я не знаю. Я еще посмотрю, когда у меня будет где-то Уоррент, где-то когда-нибудь будет. Вот. Я вот сначала себе планировал купить комплект это средний танк М1, который сейчас на нем играю. А потом я хочу купить сейчас легкий. Я собираюсь купить пока просто этот гедер, что вот на гром играет. И после чего буду брать этот комплект, буду собирать, чтобы было мне легко качаться, понимаете, и все. И давайте, может, я не знаю, до рубина можно доиграть, но я не знаю, ребята, я лучше сейчас видео буду заканчивать, потому что я буду еще делать, кстати, интересный для вам новый подарок, можно сказать, на Новый год, но на Новый год я не получится сделать это, может, я постараюсь что-то сделать так. Вот, кстати, ребята, мне нужен только мне надо еще словить 18 рубинов, так как мне заданки просят сделать. Если на заданке, если я буду ловить 18 рубинов, то, ребята, одно скажу. Я получу еще больше кристаллов, я могу быстро купить комплект этот легким 3, но я не так за Новый год быстро не добью до 5-го уровня. Может быть, если я буду каждый день играть сильно часто, то я смогу добить до комплекта, если целый день играешь и за тулочками захватишь и кристаллы получаешь, даже голды ловишь. Плохо, что я не знаю, админы будут тянуть время. Я вот хотел, чтобы админы тянули где-то пускали до где-то 10 января, ну хотя бы хороший праздник проводить, так как у кого-то есть каникулы украинские, у кого-то русские каникулы, я точно не забыла из каникулы в своих школах. Понимаете, ребята? Университет. И так далее. Поэтому, ребята, пускай админы сделали так, чтобы хотя бы людям бы понравилось. Пускай они бы играли. И, кстати, ребята, я извиняюсь, что я запускал два раза стрима за полчаса, потому что, ребята, мне отрубили свет, и поэтому хочу предупредить, что я хотел продолжить. Я продолжил. Потом через полчаса у меня начался опять капец. Мне от свет меня не отрубили. А у меня интернет начал дудосить. Вот. Например, вот так дудосит. У меня типа крутились иногда. И все туда, куда застряли. Прям сюда. Вот так. И не ехались почему-то. И все. Поэтому, ребята, я перезашел интернет. У меня стрим отрубился. И все, ребята. И поэтому надеюсь, что еще нормально будет уже, как бы обычно, стрима. Ну и все, ребята, я вот так думаю, что сейчас еще, может быть, до голда подосижу и надеюсь, уже можно заканчивать. Не, ну, ребят, понимаете, я вам говорю серьезно. Тут словить, кстати, голд на Вигифе я не рекомендую играть на нем, потому что на Диктаторе можно, потому что, ребята, на Диктаторе будет вам легко. Вот, кстати, еще голд у нас. Не, могу занарить один раз, но я уже не буду. Я не буду нарить. Потому что я уже не хочу на этом. Я, кстати, буду всех убивать, потому что из-за того, что как меня люди раньше убивали все на голде, и мне было просто стыдно на это. Им было не стыдно, и поэтому я буду тоже делать так, чтобы они получили за это. Интересно, где-то кол падает, интересно. А вот Диктатор рельса, там кол падает. Интересно, я не возьму голд или нет, кстати. А нет, ребята, не возьму. Ребята, на Диктаторе. Страшный сон, ничего себе. Ладно, я тебя поздравляю, братан, с золотым ящичком огромным. Я поздравляю тебя с голдом, как бы. Я не знаю, как он. Ну, на мамонте неплохо. Но лучше на Диктаторе, чтобы на кого-то залезть. Может, у кого-то получится. Блин, если не получилось. Ладно.
я так думаю, можно на этом заканчивать видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписываться на мой канал, нажать колокольчик, пишите топ-комменты, заходите на мой дискорд-сервер. Мой там тоже самый дискорд. Заходите и наслаждайтесь комплектом, если хотите, чтобы у вас было это быстро, и вы дошли до Маршала М3, у вас было все просто 100%, то вы собираете на комплекты, если во время, если нету праздника и скидочек, то набивайте до комплекта, а потом уже куда хотите. Я точно не знаю, как хотите, но я вам... Ну, ребят, посмотрите обязательно видео Черепа. И слушайте внимательно, что он говорит, чтобы у вас было М3. Он записал, короче, и там 100 лайков, ребята, там 100 лайков под этим видео у него. Поэтому, ребята, лучше посмотрите его ролик, ставьте лайки ему и подписку. Ну и также моих хороших ютуберов. На этом все, ребята, еще раз. С вами Алтал, Собсайд Рыбак, и подписочка, и заходите в мой дискорд сервер еще раз, мой танкс. И так далее. So what is right and what is wrong? Just give me a sign. What is love?